покидаем барчик. Находимся в нашей деревне. Здесь у нас сегодня дуют ветра. Да и вообще эти два дня на Канарских островах катастрофа. По крайней мере, так говорят местные жители. Потому что эти два дня идет тоже наш учитель. Учитель, в котором мы сейчас живем, снимаем комнату. Вот. Он радуется, потому что не надо в школу из-за того, что дождь идет. Отменили школу. А я представляю, как радуются дети, которые в эту школу не идут. Вообще, вот такие движения здесь происходят. На самом деле, если так сравнивать, с российской погодой или с такой обычной, если так говорить, погодой, то ничего такого большого нет. Просто прошел дождь. Ну, такой, да, не слабый, но дождь прошел. Но здесь отменили занятия. Такие интересные вещи. Сейчас посидел в этом баре. Там ничего такого, в принципе, нет. Просто все сидят. Кто пиво пьет, кто там коньяк, кто что-то еще. Можно орешки перекусить, но именно поесть там не получилось, потому что никто не говорит на английском. Я на нем тоже не говорю, но даже просто объяснить, что тебе не нужна свинина, а что-то другое, то есть этого не получилось. Поэтому пойдем-ка мы домой. Такие вот дела. Видите, тучи сгустились, кругом тучи. Сейчас в данный момент дождя нету. И на самом деле, несмотря на то, что ветер такого прям холодно, просто нормально. Температура такая вот жизнь в нашей деревушке. Атога называется деревня у нас. Интересно, что здесь есть свои пастухи, которые коров, ой, не коров, а этих козлов пасут. Вот, местных козлов. Вот, есть. В общем, настоящая деревня, только деревня такая не старая какая-то, не такая именно современная. То есть эти дома все видно, что построили там максимум 50-20 лет назад. Такой древности. Своей такой своеобразности в ней из-за этого как бы нету. Вот у нас в деревне два бара. Вот этот, который я сейчас вышел. И сейчас еще один бар вот здесь вот. В принципе, они почти одинаковые. Сидеть. Ой, так вот полюбоваться этими закатами, восходами, красотами. В общем, пожить обычной деревенской жизнью. На самом деле здесь абсолютно делать больше нечего, именно в этой деревне. Другое дело, что здесь хорошо, что здесь города находятся недалеко, то есть можно сходить или поехать на велосипедах, на автобусе. Вот можно прокатиться 3-4 километра до городов. Ну, городки такие небольшие, тоже маленькие. А вот Испания у нас. Находимся на острове Тенерифе. Что пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.